Я Муравлев Артем. Мне 13 лет, и я командир 6-го отряда. Главной ценностью жизни я считаю познание. Меня впечатляют и манят такие явления окружающего мира, как черные дыры, сверхновые звезды и парадокс квантовой механики. В своей жизни я хотел бы открыть или изучить хоть только того, что делали такие титаны науки, как Ньютон, Эйнштейн, Гейзенберг, Дарвин, Ломоносов и другие. На этом все. Спасибо за внимание. Если верна петлевая квантовая гравитация, то пространство дискретно. Если верна теория струн, то значит 7 из дополнительных измерений свернуты в сферы Калабияу. Так, но у тебя же есть показания с Большого атомного коллайдера. Сравни. Артем, сколько же ты самонадеян? Сколько умов бились над этим? И ты думаешь, что ты сможешь? Хотя, может быть, стоит немного подумать. Большое количество окружности. Это похоже на сферу Калабияу. Нет, это точное движение по сфере Калабияу. Значит, теория струн верна. Эврика! Кто ничего не понял? Так и надо. Читайте научно-популярные книги. И спасибо за внимание.